Всем привет, друзья! Хотите узнать, сможет ли спиннер на скорости 1500 км в час разбить топовый телефон Galaxy S8? Если да, то смотрите видео до конца. А вначале я вам покажу суперспиннеры, которые можно заказать на AliExpress. Также в конце будет конкурс, и ты сможешь получить спиннер совершенно бесплатно. Поехали! И первым спиннером у нас сегодня будет такой вот массивный металлический спиннер. Его по достоинству оценят фокусники и любители произвести впечатление на друзей. Вращаясь, он создает очень красивый эффект радуги, заставляя удивляться окружающих. С легкостью поместится у вас в кармане и пригодится вам на любом отдыхе или прогулке. Поклонники супергероев Overwatch оценят по достоинству такой необычный спиннер в духе искателя приключений киборга Гензи. Имея под рукой смертоносное оружие самого Гензи, на которое так похож этот спиннер, можно представлять себя отважным воином. Всего несколько дней тренировки, и вы научитесь раскручивать спиннер так же быстро и ловко, как Гензи. А вот и сюрикены. Настоящие метательные оружия Гензи, которыми он рубил своих врагов. Конечно, это спиннеры, которые сделаны в виде реальных сюрикенов. Посмотрите, как круто они выглядят. Совершенная треугольная форма и цвет под серебро или золото. При вращении спиннеры становятся практически невидимыми, как и положено оружию настоящего супергероя. Любой спиннер может стать не только игрушкой для развлечений, но и весьма полезным девайсом. Даже такие необычные спиннеры в духе минимализма. Кстати, производители спиннеров на полном серьезе утверждают, что с помощью спиннеров можно избавиться от вредной привычки – курения. Каждый раз, когда рука потянется к сигарете, достаньте этот красочный спиннер и забудьте эту вредную привычку. Готовы ли вы порадовать себя любимого настоящим люксери-спиннером, который так приятно покрутить в свободную минуту? Тогда выбирайте такой вот шикарный спиннер классической формы, который дополнит ваш деловой образ. Куда бы вы ни отправились, на важное совещание или деловую встречу, спиннер поможет вам успокоиться и собраться с мыслями. Кто сказал, что спиннер обязательно должен быть круглым? Китайские умельцы ломают привычные рамки и сделали вот такой супер крутой спиннер квадратной формы. Модный металлический спиннер с прикольной символикой крестоносцев и карточных мастей. Подшипник удерживают яркие болты, которые можно снять и научиться крутить этот спиннер прямо на пальцах. Ну а для любителей самураев есть спиннеры, которые так похожи на настоящее самурайское оружие. Сделаны они в виде лезвия меча и, вращаясь, создают эффект реального оружия. Раскручивайте эти спиннеры прямо на пальцах руки, и вы будете удивлены. Развивают ловкость, концентрацию внимания, да и трюки с этими спиннерами получаются просто отпадные. Для тех, кому лень постоянно раскручивать свой спиннер, есть отличный вариант. Вот такой спиннер круглой формы, который так похож на велосипедное колесо. Крутится он, ну, очень долго. Раскрутив этот спиннер, можно расслабиться и ни о чем не думать. Просто наблюдайте за его вращением. Цвет можно выбрать черный или белый. Собираетесь в гости к друзьям и хотите порадовать чем-нибудь особенным? Закажите на Али вот такие разноцветные спиннеры-открывалки. Цена за одну штуку просто смешная. Можно легко прикупить таких спиннеров на целую компанию. Друзья будут в полном восторге, особенно если вы покажете парочку обалденных трюков. Еще один вариант люксового спиннера. Это вот такой алмазный спиннер высочайшего качества. Плавная форма так похожа на драгоценный камень, идеально гладкая поверхность и специальная выемка для пальца. Этот спиннер стоит своих денег, лучший вариант для подарка нужному человеку. Также продается в красивом кожаном чехле. А сейчас смотрим, сможет ли спиннер на скорости 1500 км в час разбить топовый телефон Galaxy S8. Первый спиннер у нас будет железный. Удивительно, железный спиннер просто раскрошил экран телефона и сделал приличную дыру в экране. А что же наш пластмассовый спиннер? Ну что ж, покрошить не покрошил, но небольшую трещинку сделал. А вот и обещанный конкурс. Те, кто досмотрели видео до конца, могут выиграть спиннер.
Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой спиннер вы бы себе хотели. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Всем пока!